сейчас начинается пробег вокруг Мраморного моря. 820 километров. Из Стамбула в Стамбул. Начинаем от аэропорта города Стамбула, центральный аэропорт имени Ататюрка. Сегодня у нас будет маленький день, всего лишь 25 километров, потому что после обеда уже мы не успеем до темноты. А дальше будет в среднем по 60-70 километров. Нас встречает здесь Осман Текин. Осман Атакан, извиняюсь. Главный среди любителей бега Турции, ведущий сайт «Маратон» в Турции. Он меня встретил, и Сергей тоже в аэропорту, и сейчас провожает нас в путь. И будет нас встречать на финише. Несколько слов. Some words before start. Yeah, okay. Alexander and Sergey, welcome to Istanbul. Now, today, you are going to start your super marathon around Black Sea, around Marmara Sea. It will take 13 days. I think you will be very successful and you will finish your ultra marathon, super marathon successfully. And I wish you good luck. And tomorrow, today, tomorrow, and other days, in Tekirdağ area, some of our friends will meet you and to assist, to help you. Okay, good luck. I wish you good luck to you all. Thank you. Ну, Сережа, ты что скажешь? Постараемся сделать, что в наших силах. Ну все, осталось считанные секунды перед стартом. Будем стартовать. Старт. Ура! Все, стартовали. Ура! Осталось немножко. 13 дней всего. Вот оно, счастье. Оно счастье. Не думали, не гадали. Ну все, жара. Пробег начался. Первый день у нас будет небольшой. 20 километров нам нужно преодолеть. Пробежали километров 10, да? 12. Ну, 10, значит 10. Маленький привал. Купили колу, очень дешевую. 2,5 литра. И булку, очень вкусную. И тоже дешевую. Но уже солнце село. Interest. Where are you from? From Russia. Russian? Oh, wow. Oh. We run around sea. Around sea. Today is start. To foot? First day. Yes. From airport. Start. And 14th of January finish.
How much kilometers? 820 kilometers. To foot. Wow. No, around. Wow. Okay. Have good time in Turkey. Okay. Bye bye. Весь мир будет знать завтра. Одному сказали, весь мир будет знать. Пытаемся выйти из этого мегаполиса. Кругом одни дома, машины, дома. Никак не можем выйти. Уже долго идем в темноте. А иначе нам никак. Нам нужно поставить палатку на ночевку. Здесь негде. Надо найти дорогу, то есть найти место за городом. Вот Сережа впереди идет и несет мешок с теплыми батонами и с колой. Это наш ужин. Ужин. И завтрак. Уже завтрак. Ужин и завтрак. Все вместе. Завтрака не будет. Мы все съедим? Конечно! Сегодня день завершен. Это я комментирую. Я снимаю себя в палатке. Завершен день. Пробежали 25, как минимум, километров. Добежали до берега моря, прямо в городе. На набережной, на песочке расположились. Собаки лают, прибой шумит. Ветер усиливается. Боюсь, к утру как бы не стало холоднее и волны подошли бы к моей палатке. Ну, посмотрим. Сережа говорит, что долго мы не проспим. И очень рано все это закончится. И побежим дальше. Так первый день прошел более-менее успешно. На этом и завершаю сеанс. Время 4 часа. А куда ты уже наступил? Сережа хотел, думал, чтобы до 6, может, вытерпим. Но нет, до 6 мы не вытерпели. Пол четвертого решили продолжить путь, потому что было очень холодно. Вот он, дрожит. Вот. Минус два. Минус два, думаешь? Ну, не меньше. Да побольше, наверное. Ну, побольше, да. В смысле, поменьше. Море не замерзло. Ну, море-то оно есть море, оно же не может замерзать. Вот он дрожит весь, Вот, вот как он тут. Давай вот это, он там еще ездит со мной. Предлагает мне попитаться немножко, булочку, сырок тут. Ну, сырок вот. Сырок замерз, наверное, да? Замерз. А кола еще есть? Кола там тепленькая. Кола тепленькая, где-нибудь 4 градуса, да? Это еще была. Колбасы его хочешь? Нет, колбасы я оставлю потом. Оставь. Ладно, сейчас не буду. Я на голодный желудок пойду. Ну вот, вот так вот. Начинается у нас второй день пути. Побежим до города Мармара. Мы не добежим. Добежим, добежим. Километров. Все. Уже идем 3 часа. Уже стало светать, 7 часов. Вот Сережа, вот он шагает, Вот. Маленький привал. Впереди нас ждет какой-то город. Вот море. Вот смотри, какое море. Это мраморное море. Просто замечательное. И восход солнца. Семь часов 10 минут. Так вот проходит. Осталось чуть-чуть. 800 километров. Того берега не видно, да? Где он там берег, где он там, непонятно.
поближе подойди, будет видно. Что это такое? Цветок. Роза. Красота. Руки замёрзли. Минус 4 уже. Да, сейчас холодно. Под утро стало очень холодно. Вот мечеть. Небольшая, обычная провинциальная мечеть в маленьком городке. Сейчас догоню Сережу. Почти 8 часов утра. Нам до Марвары еще километров 25. Не согласен? Встает солнце. Восход. Красиво. Холодно. Минус 2, минус 3. А может и больше. Наверное, минус 3. Снега нет, но холодно. Пошла запись. Давайте. На, держи вот так. Это Саня Городков. Идет. Идет он, Саня. Вот он. Море снимаю. Говорит, снимай море. Что, что Короткова, говорит, снимать не надо. Главное, чтобы море было. А Короткова потом мы монтаж сделаем. Вот. Море видно? Писали, снимаю море. Нет, не дает снимать вообще. Кто ж так море снимает, а? Ой. Красотища. Вот она. Не видно. Не видно того края. Тебя не слышно. Тут очень слабый динамик. Нужно кричать сильнее. Это точно видно. Сделал небольшой привал. До Мармары 15 километров примерно, как нам сказали местные жители. Вот, купили помидор, батон, солью. Соль, батон, колы. Как вы, Сережа, культурно посидим и покушаем. Соли хватит. Останется. Фотодокумент. Где мы находимся? Чекердак прямо. Пошел. Вот мы практически дошли
до города Мармара. Непонятно где он, наверное, вот там вот. Вот там, наверное, Мармара. Вот Сережа идет, видите? Сейчас поднимется он по переходу. И мы даже зайти в какой-нибудь магазин, купить продуктов, поесть. А потом будем искать место для отдыха. А что нам магазин? Ну купи что-нибудь, давай. Дальше иди. А чего? Куда? Туда, в эту сторону. Вот там магазин где-нибудь поищем. Утром перехватили по 3 помидора и батон булки на двоих с колой. Турецкие шоферы, особенно шоферы автобусов, очень любят гудеть. Просто как только завидят какого-нибудь пешехода, обязательно нужно погудеть. Зачем? Непонятно. Может, хотят, чтобы на автобус сели. Вот Сережа дошел. Здравствуйте. Привет. Вперед. Вот здесь, наверное, сделаем привал. Сереж, посмотри. Вот там вот местечко. И сверху никто не будет видеть. Около камышей. И стена закрывает от ветра. Давай туда спустимся, вот к камышам сюда. Красивая. Вид красивый. Да он купается уже, я видел. Ага, спуск сделал. Ну, спуск далеко от этого места. Тут хорошее местечко вот здесь. Попробуем спуститься. Я вообще не буду рвать. Так, готовим себе место для ночевки. Уже поранились. Оба порезались. Вот видите, вот у меня, вот какой палец. Печатки все порезал. Вот моя палатка. Впервые я снимаю ее в дневном свете. Сереж, на, подержи. Подержи. Так, держу. Держу. Прямо. Так, смотрим, как она у него открывается. Так, и теперь здесь. Вот. Это она так открывается. Пожалуйста, можем садить вот так. Стоит очень дорого. Вот. Будем говорить сколько. Вот так вот. Даже никого туда не пригласить. Нет, никого. Я приглашу только одного человека. И скажу кого. Это не ты. Ну покажи палец твой. А у меня заноза засела. А у меня вот порез. Вот. Страшной силы порез. Страшной силы. Я уже не знаю, как я бегу дальше. Ладно, пускай нарывает. Ладно. Вот такая лепота, прибой, маленькие волны, ветра почти нету, солнце. Купаться хочется, но не может сюда, это правильно, не может. Было бы здорово, если было бы лето. Чистое море, хорошее. А вот там вдалеке сюда идут. Вот они как раз проходят через Босфор, Мраморное море и плывут к проливу Дарданеллы. Дня через 3, наверное, мы там будем. Дня через 3-4. Если все будет нормально. Нам бы ночь переночевать, а день пробежать. Собираемся ночевать здесь не всю ночь, а, наверное, только до часу, потому что будет очень холодно, как и прошлую ночь. Очень холодно, совсем холодно.
Совсем холодно это как? То есть невозможно терпеть? -4. Да, прошлой ночью мы проснулись около 3:30 от того, что уже невозможно было дальше лежать спать. Уже оба не спали. А... Я палатку уже поставил. Вот я в палатке разделся. На солнце жара. Просто палатка, ее надо ставить без тента на таких условиях. Я тент оставил, чтобы он просох после вчерашней ночи. А вот Сережа готовится к зарезанию свою палатку. У него палатка интересная, конечно. Жарко. Это не палатка у него, а скорее какой-то бивак. Ну, бывшая палатка, конечно, но так как без колышек, получается бивак, а не палатка. Я предлагаю ему раздеться догола, потому что сейчас он спалится. Посмотрим. Как он будет догола раздеваться? Да. Штурки уже снял. Ой, как хорошо. Так вот было бы все время ночью, да? Ну хотя бы еще похолоднее, конечно, еще лучше. Никаких проблем бы не было. Я вот только плавки остались, потому что жарко. Просто жарко. Я специально просушить ее оставил. Но мне кажется, что ты сейчас без колышков-то там сдохнешь. Ну потому что жарко, ну реально жарко. Солнце светит и... Ну посмотрим, сколько ты выдержишь, ладно. Да у меня тоже, ну я... Ну-ка, посмотрим. Вот так сушить. У меня вот тоже, видишь? Вот так сушить. Это ты когда сушишь? Все время. Все время так? Так получается, конденсат работает там на этой фигне. Так, спокойно снимаю. О, жара! Кругом. По температуре градусов это 5. Плюс. А этот раз. Мы вот так вот тут вот лежим. В шапке что ли будешь? Ой, пока да. Давай. Полез. Полез. Пока жарко, надо лезть. Вот он залезает, смотри. Смотрите. Сразу и так не получается. А как это вот ты в чат залезал? Так же точно? Вчера? Точно так же. Ты ногами, по-моему, вперед залезал. Да. Так вот так и надо. Я бы на месте мешок это убрал. Серьезно, Сережа. Даже спальника не нужно. Просто одна палатка и уже будет отлично. Ну ладно, проверим. Сейчас через минуту полежишь, потом и зайдешь весь. И сразу вылезешь. И ты поймешь, что я прав. В общем, контраст у нас. То холодно ужасно, то жарко. А как же ты будешь спать-то? Стоя, что ли? О, уже тепло. Да я тебе говорю, что... О, тепло-то как. Палаточка у меня одевается. Спальничек. На голову. И голова-то. Никак. А, вот. Очки. О! Знаешь, вот самое разумное тебе в этой палатке, ой, в этой спальнике, просто лечь и все. Вот я серьезно говорю, сейчас если ляжешь на свою палатку, то ты отлично отдохнешь. Вот, смотри, стой. Давай, сейчас посмотрим. Сейчас. Пошел. Давай. Пошел в баню, да? Давай. Я серьезно говорю, он долго не выдержит. Я даже могу камеру не выключать. Тут же вылезет из своей палатки, потому что настолько жарко. У меня специальная палатка, что в ней не очень жарко. Конечно, да. Оп. Ой, хорошо, что такая. Давай. Ладно, подождем. Третий день, утро, идем с 2 часов ночи, ведь, видимо, уже подходим к нашему пункту.
сегодняшнему городу. Вот Сережа подошел. Вот он, Сережа, вот он, живой. Жрать охота. Да, скорее всего, на наш городок охота уже начинается. Жрать, а ничего нету. Да. Вот видите. Туман. Был весь всю ночь был туман. Сейчас немножко рассеивается. Солнце еще не зашло. Время. Сколько у нас время? 5 часов идем. 7:40. 5 часов пути. Керик-даг. Мы еще немножко до него не зашли. Он на горе располагается. Нам никто не позвонил. И мы сейчас пока не знаем, что будем делать. Наверное, рано очень, да. Потому что ночью бежали, шли. Сейчас будем искать пункт питания и по возможности интернет-точку. Попробую отправить письмо куда-нибудь. Начинается очередной день пути. Пока находимся в гостинице. Сегодня решили, точнее вчера, решили залечь в гостинице, отдохнуть, помыться, поесть. В общем, все удалось. И поели, и помылись, и даже прихватили кое-каких продуктов с собой. Вот так вот мы здесь вот располагались, вот, наши кровати. Вот. Тут был кондиционер, он еще есть еще. Нас хорошо спас, все обсушили. Это вид из окна. Город живет, уже все давно встали. Сейчас мы тоже побежим. Да. Никаких полотенцев не взяли, все оставили на месте. В общем, вот так вот, даже прямо даже жалко. Телевизор смотрели. Кто выиграл-то? Баскетбол. Кто выиграл? Реал выиграл у Барселоны. Да, у Барселоны. Последняя кола. Да. Это кока-кола была. Это не что-нибудь там. А 5 января. Вышли из гостиницы. 2-3 минуты до старта. Хорошая гостиница, недорогая. О, Сережа разминается. Ну ладно, ну два слова перед стартом. Погода хорошая, первый раз помылись, покупались. И последний, да? Первый и последний. Когда будет, еще не знаю. Идем снегов. Да. Смотрели телевизор, там показывают, что кругом снег лежит. Видимо, только не у нас, но везде кругом снег лежит. Ждем снега. Ну все. На старт, внимание, марш! Сильный туман. Прямо в городе. 9 часов утра. Сильный туман и большая влажность. Сплошная вода. Сплошная. Нам нужно не прозевать маленькую дорогу влево, которая уходит на Шаркой. Уходит на Шаркой. Потому что иначе мы потом по этой дороге можем в Грецию убежать. 10:47 местного времени. Это город. Это город Барбарос. Только что вот это море, прям близко. Только что звонил Беркей из Бурсы, представитель клуба. Спрашивал, когда мы будем в Бурсе. Да, пойдем к нему, сходим. Это и есть море. Пойдем сходим к морю.
решили пойти пройтись по набережной города Барбаросса. Городка Барбаросса. Вот такая набережная хорошая. Красивое место. Летом, наверное, здесь очень жарко. И люди купаются. Хороший песочек. Очень хорошо. Мы ушли от главной дороги, решили пойти по набережной. Ну и забрели вот непонятно куда. Лес, первый лес. Лес большой какой-то. Не, Сережа, я думаю, это нормальный, это нормальная такая пойдет идти дорога. Да-да-да. Кумбак. Помнишь? Мы уже кумбак тут побежали. Ну, уже кончился. Уже пробежали, говорю, кумбак. А что? А я думал, Барбарос. Это плохо? Да нет, быстро бежим. Неожиданно быстро. Не знаю как-то. Очень по 5 минут просто. Хоть 120 километров. Вот 120 в гору поднимаемся. Кумбак, да. Слушай, это второй пункт, который должен был у нас быть. О, какой море красивый. Поднялись на высокую гору. Внизу просто обалденное красивое море. Спускаться не будем. Спускаться нет. Сегодня мы не будем спускаться сюда. В следующий раз. В следующий раз. Вот, сейчас я покажу, сколько на часах метров. Вот. 129. Вот так вот. Вот. 129 метров. Да, красиво. Вот ради такого стоит и стоит вот сюда прибегать, запоминай. В следующем году еще обязательно еще придем, да? Ну, не каждый год. Шутка. Не каждый год. Вкусная баночка. Хватает на 10 километров одной баночки. Сережа, так сказать, грубо спер, а мягко одолжил в отеле. Там, где был шведский завтрак. Да, бесплатно. Ну, конечно, бесплатно. Сколько ты заплатил за отель? 7,50 за завтрак. А наел уже, наверное, раза в 3 больше, да? Да. Хорошо. Ну ладно, сейчас побежим дальше. Все, конец сеанса. Асфальт закончился. Пошла вот такая грунтовая дорога. Вот видите, Сережа впереди идет. Сейчас мы идем, потому что дорога не очень хорошая, и все не в гору. И вот там вдалеке проходит дорога. Такое ощущение, что нам придется на эту гору забираться. Я еще не уверен, но скорее всего это так и будет. Потому что дальше больше нет никакой дороги. Вот такая дорога. Идем шагом. Все в гору, в гору и в гору. Вот Сережа там. Уже где-то 220-230 метров. Вот Сережа говорит мне сейчас. 230. Дорога очень мягкая. Ночью здесь, видимо, мороз. Минус уж точно. Может и 3-4 градуса мороза. А днем под солнцем оттаивает, и получается такая небольшая каша. Мягкий грунт. Оттаяло днем. Ночью, наверное, все замерзло. И очень мокро. Такая дорога. Там, где солнце, там более-менее сухо. Здесь мокро. Хорошо, что нет еще дождя. Наверное, во время дождя здесь совсем было бы жижа. Видать? Вот, на часах. 359, 362 уже метра, пока постояли. Так у нас запаздывает всегда. 362 метра высота. Это, наверное, перевал. Дальше пошла дорога вниз. Неизвестно. Ну, может быть, ну, по крайней мере, видно, пока вот вниз. Там еще горки. Вот там гора впереди. Да, еще гора впереди. А, вон дорожка. Где, где? Вон пошла вверх. Да, это... 500 будет. А там, смотри, там еще гора, за ней еще гора. Там 500 будет. А там еще гора. Километр будет. Так нормально все. Хорошо.
Потихоньку бегу. Погода отличная. Дорога более-менее способствует пока все нашему пробегу. Конечно, по ночам холодно. И будем стараться дальше по ночам, наверное, бежать, идти, а днем отдыхать. Вот впереди какой-то городок маленький. По карте Йоникей. Там развилка направо, нам налево. Уже хотим поесть и попить. Главное попить, сегодня купить колы. Наверное, какой-нибудь магазин найдем, купим. На перебаре было 420 метров. Сейчас уже спускаемся вниз. Шалькой, 38 километров нам сегодня еще предстоит. Все было 61, значит, 21 километр. Прошли маленький городок. Ожидали какой-нибудь магазинчик садить. Ничего нет. Ни воды, вот машина едет. Ни воды, ни еды. Ничего нету. Пойдем до следующего. Ну вот теперь дорога пошла хорошая, асфальтовая. Прекрасная. Вот какая красота здесь. 385. Скажи громче. 385. Видимо, высшая точка здесь, да? Ну там через 20 было. Ну там, да, выше там было. Вот как красиво здесь. Вот что здесь есть. Здесь вода есть. Здесь вода. Это хорошо. Как пить-то будем? Как? Набираем и пьем. Ой, ё-матушки. Бери эту штуку. Сейчас руки помыть надо. Эту штуку бери вот. Которая да. Висит. Вот. Вот и нормально будет. Никто не чистит, кроме тебя. Бежал, почистил. Ну, начнем. Первого запускаем меня. Ну-ка, теплая. Ой, куча-то как. Ну не кока-кола, конечно. Без газов. Снимаю Саню. Так просто держу, а он пьет тоже. Вот. Кругом красота. Птиц мало. Тихонько, тихонько. Вот. Командует. Ну, коротко, потому что, а чё ж. Главный. Вот. Пить не умеет ничего. Хлюпает и все. Толку никакого. В рот ничего не попадает. Только хлюпает. Вон как. Все мимо, главное. Хорошо. Выпил 100 грамм. Это он. Вот добежали до городка Усмагдере. Вот впереди такое здоровое-здоровое дерево. Серёжа говорит, 1000 лет ему, наверное. Вот какое. Корень какой, какой ствол. Да. Ну все уже, все уже. Что ты держишь? Да, вот это дерево, так дерево, да? Сколько, говоришь, 1000 лет, да? Да, больше. Это там у нас это самое... Ну, Петра. Вот это вообще... стоят. Вы специально ведь не спилили, да? Да. Обалдеть. Это дуб, ну, думаешь? Нет, там какие-то вещи архиговики, не дуб. Что-то написано же, какая-то вот надпись. Платан. Платан. Платанус ориенталис. Ориенталис. Года нету, конечно. Платан. Сними, сними. Сними этот рюкзак, сними. Зато потом обратно не выйдешь. Обратно не выйдешь, говорю тебе. Ты смотри. Ну-ка, да, сейчас я зайду, подожди.
Обалдеть. Какой-то вот мы залезли, Сережа, прямо в дерево. Прямо внутри этого дерева залезли. Вот такое дупло. Оно здесь в диаметре метра два, полтора. И высоту, ну, метров 10, да? Какой два? Больше два в диаметре. Ну, тут два. А высоту метров 10? Ну, наверное, да. Ну, около этого, да. И вот еще окошки такие здесь есть. Жить можно. Да. А тут вот, вот там можно здесь посмотреть и все. Ну да, стоя. Почему стоя? Лежа, поместимся. Ну да, вылезай, пойди, пошли дальше. Поместимся, Лежа. Сделали маленькую остановку в деревне, купили хлеб, молоко и кока-кола, вот такую кока-колу, 6 баночек, каждому по 3 штучки. Сережа говорит, что таких бомб никогда еще не видел. Отлично. И сели за столики, разговаривали с местными жителями, объяснили, кто мы такие, когда они узнали, что мы бежим вокруг моря. Нас сразу же угостили чаем, турецким чаем, крепкий, хороший чай, маленький, в стопариках. Вот мы, а теперь мы идем, спустились прямо к морю. Да, чай 100 грамм, вот такое море здесь, вот, вот как здорово. Прибой слышно. Тут такие скалы. Это делали дорогу, видимо, недавно. Достаточно недавно, относительно недавно. Вот, вот что делается, какие. Okay. 6 января. Утро. 7:40. Стартовали Сережа 4-й день пути. Вот такой восход солнца. Вышли из города Шаркёй. Вот наша дорога. По ней пойдем. Сейчас пойдем. Километров через 25 появится возможность посмотреть на Ейское море. Я ошибся. Сегодня уже 5-й день пути. Уже сбился со счета. 4 дня мы в пути, и сегодня 5-й. Очень сильный ветер. До Гельбола осталось 18 километров. Чанаккале 70. Чанаккале это переправа через... Вот идет Сережа. Сильный ветер. Покажу мне все. Очень широкое шоссе, но асфальт. Но асфальт не очень хороший. Не гладкий. Ладно. Все, конец сеанса, пойду дальше. Догонять Сергея. Свернули с трассы и зашли в городок Пальяр. От него дорога идет тоже туда, куда нам нужно, но она покороче и поспокойнее, наверное. Вот такой городок. Самый обычный турецкий маленький городок, провинциальный. О, собака без ноги. Да, да, на трех ногах бежит.
маленькой дороге. Она оказалась грунтовой. Зато интересная картина, смотрите. Слева мраморное море. Мраморное. Эти два моря. Вот как. Только что она грунтовая. Смотри, мраморная. А та дорога, видишь, может та пошла вон туда. Вот та, которая тупиковая. Чайс на бугре и все, на море. Начинается шестой день пути. Мы сегодня... Какой город сегодня у нас был? Сегодня нам нужно добежать до Чинакали и перебраться через канал. Это отель, где мы сегодня ночью располагались и отдыхали. Это хозяин отеля. Гелибори Апарт Отель. Итак, позади. Сейчас мы в городе Гелиболу. Начали движение. Впереди Чинакали. Но сначала нужно пройти еще этот город. Погода более-менее, дождя нет, ветер прекратился. Вчера, конечно, был ужасно сильный ветер. Смотрите на него, какой он после ветра. Он даже нос себе заклеил. Говорит, дышать не могу после ветра. Ветер был сильный, конечно. Да мы еще пошли через гору по проселочной старой дороге, по грязи. Не по шоссе. Чем тяжелее, тем интереснее. Такси, такси, такси! Вот мы дошли до знака дорожного, до города Эджибата 40 километров, до Чинакали 50. Эджибат на этой стороне в Европе, а Чинакали уже вот в Азии. После пролива Дарданеллы. Хорошая дорога идет. Она еще строится, поэтому половина дороги работает, половины нет. И мы с Сережей идем по ней по второй половине, как короли, можно сказать. Дорога подошла прямо к самому проливу. Уже появились причалы, доки. Вот он, пролив. Пролив Дарданеллы. Сегодня Сережа шурует. Никак мне его не догнать. Вот там он уже за горой. Смотри, какой куст. Куст, смотри, какой. Колючка. Колючка, да? Не колючка. Как ежик. Уже близко город Эджибат, наверное, километра 4. Впереди идет Сережа. Вот он, пролив Дарданеллы. Самое узкое место здесь. Между двумя этими мысами самое узкое место. Смотри, мусорный бак. Не бросаем, где попало. Ищем урну всегда. Мусорный бак, смотри. Пока не найдем, несем банку. Пустую. Сейчас покажем. Культурные мы все.
конечно, мы ничего не грязним. Экологически чистое все должно быть. Что это? Это инжир называется. О, да. Инжир. Ой, вкусно. Вкусно, нет? Дикий, это дикий инжир. Вкусно. Это ты что? Да, внутри. Всегда вкуснятина. Он идет сосок. Молочко из него идет. Вот эти штучки. Мы сейчас уже на пароме, город Эджибат. Через 2 минуты паром отходит. И будем плыть через пролив Дарданеллы. Флаг турецкий на горе. Тут такой интересный памятник. Посмотрим. Какой-то военный памятник, наверное. Вот туда поплывем. Вот там город Чанакали. Чанакали. Осталось буквально 1 минута. Паром должен отчалить. Все, паром отчалил. Мы плывем. Переплываем пролив Дарданеллы. Все, и из Европы мы уплываем, и в Азию прибываем. Впереди видно город Чанакали. Вот там вдалеке уже Средиземное море. Это самое узкое место. И вот, вот эти два мыса, это самое узкое место в проливе.